Наш земляк, молодший сержант Геннадій Патрульов, виконував свій інтернаціональний обов'язок в Афганістані. І під час виконання бойового завдання героїчно загинув 25 квітня 1984 року. Гена був гарним баскетболістом. І на його честь в 1995 році його товаришами-воїнами-інтернаціоналістами було започатковано турнір з баскетболу. І 11 листопада в спортивній залі Балтської школи номер 3 «Колегіум» відбулось відкриття турніру з баскетболу 2016 року, присвяченого Геннадію Патрульову. Ми працюємо співпрацюємо з нашим громадським советом, з нашою мерією в голові Сергієм Сергійовичем Мазуром. Обсуждаємо, проводимо, плотно співпрацюємо. Вот. Хотілося б, щоб наша плодотворна робота продовжалась с нашими властями, так сказать. Ну, вот такая ситуация на сегодняшний день. Вот. Всем участникам турнира пожелать крепкого здоровья, родственникам здоровья. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо, да. Организаторам. Хотелось бы, чтобы люди немножко образумились, те, которые начинают войну, чтобы ребята не попадали в эту мясорубку, чтобы наша Украина процветала, чтобы с колен подняли ее, чтобы не было войн, чтобы молодые ребята не гибли. Наша организация совместно с администрацией «Семьи и молоди» сегодня проводит турнир в честь памяти Геннадия Патрульова, який загинув в Республике Афганистан, виконуючи свой интернациональный обов'язок. Это для нас трагедия была, будет, пока мы будем жить. Пам'ять про нього буде жити в наших серцях вічно. Спілка ветеранів Афганістану на протязі багатьох років участвує в спортивному житті району, проводить різні турніри, і сьогоднішній день цьому підтвердження. Хочу побажати всім учасникам турніру перемог і тільки перемог. Побажання спілки ветеранів Афганістану до всіх жителів району, а також України, щоб скоріше закінчилась війна на сході, щоб в кожну домівку вернулися сини, батьки, ну і друзі. Це горе для батьків, якщо вони до них в сім'ю прийде горе і трагедія. Я бажаю всім здоров'я, миру і злагоди в суспільстві і в Україні. Смело шел наш брат ты в бой, смерть, злодейка и зараза.
увела тебя с собой. Ты не знал, что там погибнешь. Верил в жизнь ты, Геннадий, всегда. Памятник тебе воздвигли, и горит над ним звезда. Не забудет тебе память, в балде маленькой живет. Вечно будет тебя славить, но тебя там не вернет. Яркую на небесах звезду назовем мы именем твоим. И другую тоже назовем именем единственным твоим. Пусть их не коснется звездопад, и в бескрайней серебристой мгле бесконечно пусть они горят для тех, кто помнит тебя на земле. Приветливый, тактичный, доброжелательный, таким Геннадий запомнился всем, кто его знал. Его глаза словно излучали особенную теплоту. В них всегда можно было прочитать уверенность, небезразличие, мужество. А сейчас мы хотим предоставить слово председателю Союза ветеранов Афганистана Балтского района Сидоренко Игорю Николаевичу. Приятно, что сегодня есть нас. Я что, говорится, без спроса нет будущего. Сложно еще говорить, но я лично просто был в Мали. Он был прекрасным человеком, был баскетболистом. Хочу сказать лично сыграть нашей организации. Спасибо всем, кто сегодня это организовал. Спасибо вам всем. Спортивный успех, побед, всего лучшего мира в нашей Украине. Добрый день, дорогие участники нашего турнира. Хочу сказать, что Афганская война очень глубокой раной прошлась по сердцам многих жителей не только нашей страны, а и всего бывшего Советского Союза. Очень много отцов, сыновей, молодых парней не вернулось с этой войны. И это была очень большая трагедия не только для членов семьи, а вот и для такого маленького города, как наша Балта, когда погиб Геннадий. К сожалению, количество погибших на сегодняшний день в той войне 11 человек, 11 молодых парней, молодых ребят, которые бы жили, которые бы цвели, которые бы создавали семьи, воспитывали бы детей. И, к сожалению, их нет. Светлая им память, вечная им память. А нам, будущему поколению, расти в мирной стране, помнить, почитать и поминать. Мирного вам неба, радости, хорошего турнира. Минута молчания, минута молчания, соленая, пекучая, жгучая. Минута молчания, минута молчания, в ней живущих любовь и отчаяние. Святая минута молчания. Просим всех присутствующих почтить память Геннадия Патрулева минутой молчания. Футбольного турніру взяли участь команди трьох міських шкіл – школи номер 1 ліцею, номер 2 гімназії та номер 3 колегіуму.
Гра завершилась перемогою команди школи номер 3. Друге та третє місце відповідно посіли команди шкіл номер 2 та номер 1. Творчий колектив «Балінформкомпанії» бажає успіху всім командам, що надалі будуть брати участь в турнірі, і нехай хлопці завжди здобувають перемоги лише в спортивних змаганнях.